студия. Спасибо. Доброе утро, Красноярск. У нас здесь вовсю в 34-й школе идет мастер-класс. Сейчас попробую сделать одно из упражнений. Кстати, за то, что я уроню конусик, мне 5 приседаний. Вот. Наш инструктор, точнее тренер сегодня Матвей. Матвей, доброе утро. Доброе утро. Матвей, расскажите, с чего у нас все началось? Ну, с разминки небольшой я видела, что ребята бегали по кругу. Вот что у нас дальше по плану? Конечно, все занятия обязательно начинаются с разминки, тем более ранним утром, чтобы не получить преждевременную травму. Нужно хорошо размяться. Дальше ребята немножко, так скажем, отработали технику ведения мяча, поработали также над жонглированием. Дальше упражнения на чистоту. Вот эти ног, вот упражнения, так скажем, они. Это как раз они, да, и да, есть? Да, совершенно верно. Ну, дальше уже ребята в заключительной стадии занятия немножко поиграют в футбол. Может, сейчас устроим для них небольшую игру? Сейчас, одну секунду, надо продолжить их разделение. А, то есть они сейчас делятся на команды? Мы их сейчас делим по командам, совершенно верно. Так. Вот это вот футболки для вратарей? Нет, это футболочки для игроков. Все ребята, руки. Абсолютно все ребята будут играть, да, вратарей у нас сегодня не будет. Будем играть без вратаря, чтобы игра получилась более динамичной, более быстрой, более интересной. Без вратаря, то есть интереснее. Конечно. Лайфхак, конечно, прям конечно. Такой небольшой для меня. Так, пацаны. Что без вратаря интереснее игра. Ну, здесь же есть еще одно, кстати, упражнение. Очень интересно. Пока ребята облачаются, я вот тоже встану в очередь. Здесь, к счастью, так, не так уж и сложно. Сегодня, ребята, я сейчас ему дам. А нет, сложновато для меня оказалось. Вот девчонки делают намного лучше, чем я. Вот мы сейчас разделяем ребят на команды и будем уже пинать мячи. Где у нас ворота будет, Матвей? Вот здесь, да? Да, совершенно верно. Расстояние между конусами – это ворота. Сейчас мы, ребят, дадим установку на матч. Давайте начнем уже. Начнут они играть. Играть в футбол. Пацаны, синие. Два конуса, ваши ворота. Быстро, быстро, быстро туда встали, 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 встали. Парни, встали, не сидим. Что такое? Кто у нас сидит на воротах? Так, вратарей нет. Это, я так полагаю, штуки у нас завяжи. Две команды сейчас определилось. Ребята, постараемся. И они будут разыгрывать мяч. Парни, постараемся мяч не пинать, чтобы он не летал. Постараемся мяч просто закатить в ворота с максимально близкого расстояния. Понятно? Очень важное напутствие сейчас. Что, готовы, ребята? Матвей дает. И сейчас прозвучит свисток. Не пинать. Вставай, стоим, стоим, стоим. Тяжело. Так, 1-0. Одной команде уже повезло забить первый мяч свой. Ребят, как у вас команда называется? Барселона. Так, Барселона играет против. Сейчас мы спросим. Нет, сейчас не спросим. Не Барселона считается, пока считается. Выигрывает. Продолжаем. Ребята, а как у вас команда? Ну, собственно. Барселона против второй команды. Играем, ребята. Знаете, так, Барселона ведет. Девчата будут играть против мальчат. А я отбираю у детей мяч. Передаю слово вам, студия.